полдень 10 июня дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспекта Кунаева и улицы Жандосова. Здесь столкнулись две легковушки – Hyundai Accent и Lada Priora. По словам очевидцев, водитель Приоры, выезжавший на Кунаева, не уступил дорогу южнокорейскому авто. В результате аварии машинам нанесен значительный материальный ущерб. Степень вины устанавливают сотрудники дорожно-патрульной службы. Вечером этого же дня при патрулировании улицы Байтурсынова сотрудниками дорожно-патрульной службы была задержана подозрительная автомашина марки «Лада Приора», лобовое стекло которое было затонировано. По словам автовладельца, темная пленка – не личная его прихоть, тонировка заводская. Как разъяснили сотрудники дорожной полиции, это не оправдание. Водителю все равно придется оплатить солидный штраф, а затем заменить заводское лобовое стекло на прозрачное. Днем 11 июня в больницу скорой медицинской помощи в бессознательном состоянии был доставлен мужчина 30-35 лет с подозрениями на алкогольную интоксикацию тяжелой степени и признаками эпилепсии. Кроме того, на голове у пострадавшего была открытая рана. Документов, удостоверяющих личность, при нем не оказалось. Пациент находится в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи. По истечении нескольких дней никто из родных так и не объявился. Его состояние сейчас оценивается как крайне тяжелое, стабильное. Отличительная особенность пациента в бессознательном состоянии – татуировки на обеих руках.